Город Энгельс. Посетил вчера президент, совещание провел. Ну до каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс, они были родоначальниками русофобии. Вот Энгельс ненавидел Россию. Его статья. 1849 год. Ненависть к русским была и продолжает быть у немцев их первой революционной страстью. Ненависть. Ну, что вы хотите? И ему город, стоит целый город Энгельс и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо. Вторая статья. 1855 год. Европа стоит перед альтернативой. Либо покорение ее славянами, то есть нами, либо разрушение навсегда центра их наступательной силы России. Да что, Байден собирается уничтожать Россию? Энгельс 150 лет назад, 170, дал установку разрушить Россию. Вот они, классики. Памятник стоит вот Марксу, а там Энгельсу и город Энгельс. Ну, это что за страна? Ну кто нас будет уважать, если мы, те, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали их именем и, так сказать, улицы и так далее.